18-20 ноября 2014 года в Московском центре международной торговли прошла очередная конференция «Cisco Connect» — крупнейшая ИКТ-конференция на территории России и ближнего зарубежья. Конференция состояла из трех основных частей. Около 100 разнообразных докладов, сессий и мастер-классов в рамках 15 технологических потоков. Выставка решений Cisco World of Solutions и выставка партнеров. Среди тем, затронутых на выступление спикеров, можно отметить инфраструктуру корпоративных сетей, беспроводные сети и решения для операторов связи, облачные вычисления и технологии SDN, ЦОДы, информационную безопасность и другие. При этом центральной темой конференции этого года стал всеобъемлющий интернет. Internet of Everything IoE. Чем больше вещей мы подключаем к интернету, тем больше возможностей для бизнеса мы обнаруживаем. Согласно прогнозам, на следующей стадии развития всемирной паутины, кроме людей, устройств и неодушевленных предметов, к всемирной сети будут подключены и процессы. Это вызовет взрывообразный рост сетей и всей ИКТ-индустрии. По прогнозу Cisco, к 2020 году к интернету будут подключены более 50 миллиардов одних только устройств, что открывает огромные перспективы для технологических компаний. По теме IoT в рамках первого дня Cisco Connect также состоялась и совместная пресс-конференция исполнительного вице-президента Cisco по стратегии и развитию бизнеса индустриальных решений, главного директора по вопросам глобализации Вима Элфринка, директора по глобальным трансформационным стратегиям Cisco Мэтью Смита и вице-президента Cisco по работе в России и странах СНГ Джонатана Спарроу. Общий экономический потенциал всеобъемлющего интернета, по оценкам, составляет $19 триллионов. Это больше, чем ВВП в Соединенных Штатах. Плюс, я бы сказал, просто не сколько вер, а в принципе наше намерение поддерживать предпринимательство и инновации в России, как очень важная стратегия государства для развития страны. Thank you.